А сейчас давайте обсудим два понятия – многоплодная беременность и синдром исчезающих близнецов. Что это такое и какое отношение эти понятия имеют к теме аборта? Пожалуйста. Яйцеклетка разделяется на две после 14 дней. Вы считаете, что личность появляется при зачатии? Логичен вопрос. Где эта личность первые 14 дней? Хорошо. А как вы думаете, что происходит при многоплодной беременности после 14 дней? Я думаю, что эмбрион делится на две части. Правильно. А как насчет синдрома исчезающих близнецов, когда оплодотворяется не одна, а несколько яйцеклеток, но только одна остается? Не совсем так, но вы правы, что несколько яйцеклеток оплодотворяются, при этом они двигаются, присоединяются, они могут сливаться. Происходит нечто противоположное многоплодной беременности, где одна яйцеклетка делится на две. А в этом случае две яйцеклетки сливаются в одну, я бы так сказал. И какое это имеет отношение, вы попали прямо в точку, какое отношение это имеет к спорам вокруг абортов? Прежде всего, объясним в общем оба случая. Какое отношение многоплодная беременность и исчезновение близнецов имеет к спорам вокруг абортов? Пожалуйста. Некоторые говорят, мы не можем знать количество личности. Откуда мы можем знать, что там есть личность? Следовательно, по их мнению, мы не можем говорить о личности, пока не пройдет необходимое время. Очень хорошо. Не знаю, все ли смогли услышать. Вот эти заявления или аргументы используются сторонниками права на выбор для того, чтобы подчеркнуть, что личность не может появиться в момент зачатия. Они говорят, что мы знаем, что через 14 дней бывает так, что одна яйцеклетка была оплодотворена, а появляются близнецы. А в другом случае были оплодотворены две яйцеклетки, но может статься так, что остается только один ребенок после 14 дней. По крайней мере, первые 14 дней, говорят они, о личности не может быть и речи. Если женщина собирается сделать аборт, согласно их мнению, или принимает таблетку на следующее утро или другое противозачаточное средство, то получается, что она не будет морально запятнана, потому что никакой проблемы нет в том, что она делает. Мне кажется, что уместно ответить на это так. Да и нет. Да, мы не знаем, какое количество личностей находится там, но мы знаем, что это неправда, что там вообще нет личности. Посмотрите на цепочки ДНК в момент зачатия. Это ДНК именно человеческой особи. И единственное, что мы не знаем до 14-го дня, будет ли там две личности или одна. Но нет сомнений, что в первые 14 дней уже известно, что там человек – а не корова и не ворон. Так что никто не отрицает эти явления. Мы хотим сказать, что они не могут дискредитировать личность, которая была зачата. Особенно, если мы думаем, что правильное определение личности дается именно в генетической и биологической теории, потому что в момент зачатия формируется новый набор ДНК, и это ДНК человека. Единственная неопределенность первые 14 дней в том, сколько их там. Да, сначала этот вопрос, потом вернемся к вам. Пожалуйста. Этот аргумент подчеркивает, что мы не можем говорить, что генетическая уникальность – показатель личности. Потому что близнецы идентичны с точки зрения генетики, но мы не говорим, что это одна и та же личность. Очень хорошо. А как бы вы ответили на это? Можете ответить сами или кто-то еще? Лично я думал, что два вида теорий, о которых мы говорили, генетическая теория и теория социального развития, воспринимают личность как само собой разумеющееся. Это предположение, но у них есть основания для этого.
потому что нельзя провести генетическое тестирование для всех, чтобы определить, является ли он личностью или нет. А при осуществлении анализа ДНК вы утверждаете. Когда решение очень трудно принять, то генетическая теория имеет больше оснований. Хорошо, но какое это имеет отношение к уникальности человека, который вы спросили? Я бы сказал, что оба индивидуума, то есть оба близнеца, личности, потому что они развивались как личности. У меня нет причин сомневаться в том, что они личности. Да, я думаю, что все зависит от того, как сформулирована теория социального развития. Означает ли это, что зародыш может считаться личностью с момента развития его мозговых извилин? А мы знаем, что это не сразу происходит. И тогда таблетка, которую принимает женщина на следующее утро, а также и внутриматочная спираль, перестанут быть проблемой. На самом деле, нам нужно сформулировать стандарт. И очень важно, какой это будет стандарт. Стандарт, который может быть изменчивым, и вы считаете, что это нормально, или все же нужно сформулировать непоколебимый стандарт. И мне кажется, что нам необходим непоколебимый стандарт. И зачем позволять тому, что подвергается изменениям, стоять у вашей двери? Но аргумент, который вы затронули, очень важен. Я думаю, что он заслуживает серьезного обсуждения. У кого-нибудь есть еще мысли по этому поводу? Вопрос звучал так. Если личность определяется генетической уникальностью, то получается, что вначале была одна личность, а потом их стало уже две, 14 дней спустя. Это, кажется, нельзя назвать генетической уникальностью, потому что здесь уже два человека имеют идентичную генетическую конфигурацию. Что вы скажете на это? Дело в том, что значение, в котором используется выражение «генетическая уникальность», не конкретно. Оно двусмысленно. С одной стороны, ваша конфигурация ДНК идентична моей, потому что оба мы люди. Но с другой стороны, ваша конфигурация ДНК не идентична ни одной другой. Даже в случае с идентичными близнецами, вы все равно можете быть уникальным. Но в числовом отношении вы одна личность, а ваш близнец – другая личность. Две отдельные личности здесь. Но в этом параграфе я употребил слово «уникальный» в трех разных значениях. Поэтому мысль, которую я хочу донести, отвечая на этот аргумент, такая. Я думаю, что я вынужден сказать, послушайте, мы не говорим, что у каждого человека такой же числовой генетический код, как и у всех остальных. В том смысле, что все отличительные черты будут одинаковы. Мы хотим сказать, что существуют миллионы разновидностей генетического кода среди людей. Но все равно очевидно то, что это человек, а не лошадь. Эту мысль подчеркнул Джон. И это совершенно верно. Мы говорим об одной стороне уникальности, когда говорим о таком восприятии личности. И возражение, что в случае с идентичными близнецами теряется уникальность, не использует понятие уникальности в значении, использованном нами, когда мы говорили об уникальности генетического кода человека. Следовательно, этот аргумент только кажется разрушительным, пока вы не осознаете, что конфигурация «генетическая уникальность» может пониматься двусмысленно. Большое спасибо, было очень важно. Пожалуйста. Еще одно дополнение. Также нужно видеть разницу между эмбрионом, оплодотворенной яйцеклеткой и любой другой клеткой человеческого тела, потому что каждая клетка человека, каждая клетка моего тела содержит ДНК человека. Да, конечно. Но клетка — это не личность. Совершенно верно. И это станет намного понятнее, во-первых, когда мы будем говорить о стволовых клетках. Но мы сможем четко проследить эту разницу, когда будем говорить о генной инженерии, о попытках изменить генетический код.
Возникает вопрос, вы говорите о модификации клеток полового размножения или соматических клеток? Клетки полового размножения – это или сперматозоиды, или яйцеклетки. Соматические клетки – это обычные клетки тела. Они не используются в репродуктивных целях, за исключением клонирования. Различие, которое можно разглядеть, здесь очень важно. И мы увидим более детальное применение этого различия в этом курсе. У вас есть вопрос? Да, я просто подумал, что могу понять аргументы в отношении этого. Допустим, мы знаем, что там личности, но мы не знаем, сколько их до 14 дня. Я понимаю, как это относится к многоплодной беременности, потому что мы думали, что там один, а получилось два. Но когда речь идет о личности при синдроме исчезновения близнецов, там две личности или как? Нет, мы говорим, что там личность одна. Количество же генов у этого зародыша будет больше, чем у того, кто избежал такого синдрома. Но во всех случаях способ конфигурации генов будет такой же, как у человека, а не как у других биологически живых существ. Но было две оплодотворенные яйцеклетки, правильно? Каждая яйцеклетка до слияния представляла отдельную личность, так? Тогда если бы у нас было две отдельные личности, а потом они слились в одну личность, что произошло с другой личностью? Это явление, очевидно, одно из категорий явлений, проявляющихся на начальном этапе беременности. Так же, как и при многоплодной беременности, все начинается с одной яйцеклетки, а потом получается две. Это явление мы не можем полностью объяснить, как это происходит или почему происходит так. Но тот факт, что клетка может делиться и получиться две клетки, или факт, что две отдельные клетки могут слиться в одну, это природное явление и может наблюдаться так, я думаю. Ученые хотели бы исследовать маму каждый день с 1 до 14 дня и понять эти детали. А что касается вопроса о личности, эти явления еще не доказывают, что то, что развивается там, в лоне матери, больше не может называться человеком или еще не может называться человеком. Неопределенным остается только то, сколько там людей. Давайте рассмотрим эту ситуацию на примере собаки. Мы точно не знаем, как происходит многоплодная беременность у собаки. Но тот факт, что это происходит с собакой, не означает, что в течение 14 дней после зачатия у собаки еще не было зародыша или зародышей собаки. В таком случае мы можем просто сказать, мы не знаем, сколько щенков там, один или два или больше. Но определенным образом у собаки развиваются щенки именно собаки, ничто другое. Вот такую здесь можно провести параллели. Итак, мы много времени посвятили разговору о личности. Но это основополагающая идея во многих вопросах. И вы увидите, например, что расстановка всех точек над «и» в этом вопросе касается не только абортов, но и оплодотворения в пробирке, которые мы будем позже с вами разбирать. Потому что, когда вы поймете пробирочное оплодотворение, вы обязательно поймете, что неизбежно этот процесс приводит к лишним эмбрионам. И тогда возникает вопрос, что позволительно с моральной точки зрения делать с лишними эмбрионами? Если вы не думаете, что оплодотворенная яйцеклетка – это человек, тогда вам не важно, оплодотворена она внутри матери или в пробирке. Это не человек для вас. Но если вы думаете, что оплодотворенная яйцеклетка – это человек, то не важно, оплодотворена она внутри матери или в пробирке – это человек. А если зародышей больше, чем вы планировали использовать для беременности, то возникает вопрос нравственного характера. Что делать с лишними эмбрионами? Предположим, что вы считаете, что оплодотворенная яйцеклетка – это личность. И это будет важно при рассмотрении многих вопросов, которые мы будем обсуждать в этом семестре. А сейчас я хочу задать вам вопрос. На 21-й странице вашей рабочей тетради рассматривается вопрос о пении. В исходе 21 глава, 22-25 стихи. У вас есть какие-нибудь вопросы по этой теме? Может быть, что-то в объяснениях было не совсем ясно, когда вы читали об этом?
Ну хорошо, тогда я задам следующий вопрос. Как вы думаете, как сторонник абортов может использовать это место Священного Писания, чтобы обосновать свою точку зрения? Будет ли он использовать это место Священного Писания, чтобы сказать, что аборты позволительны? Говорится ли здесь, что у мамы есть право на выбор? Именно так будет использовано это место Священного Писания? Пожалуйста. Он может сравнить одно наказание с другим. Отсюда вытекает, что жизнь матери ценнее, чем жизнь зародыша. Да, очень хорошо. Это предполагает, что данное место Священного Писания может быть использовано в спорах вокруг абортов. А также это место относится и к вопросу о личности. Можно ли считать, даже если ребенок считается личностью, что его личность, в конечном счете, так же важна, как и личность его матери? Некоторые люди пришли к выводу, что в этом тексте говорится, что жизнь матери важнее, чем жизнь развивающегося ребенка. По крайней мере, мы не можем сказать, что в этом фрагменте говорится, что жизнь ребенка вообще ничего не стоит. Она достаточно ценна, чтобы применять наказание. Но аргумент в том, что в этом тексте говорится о выкидыше. И в этом тексте говорится, если двое мужчин, дерущихся друг с другом, нечаянно заденут беременную женщину, и у нее будет выкидыш, но кроме этого с ней больше ничего не случится, тогда мужчины должны заплатить штраф мужу этой женщины, как назначит судья. И больше ничего. С другой стороны, если во время выкидыша что-то случилось с женщиной, может быть, она даже умрет, тогда в этом случае наказание будет более жесткое. Закон равного возмездия, по латыни «lex talionis», здесь вступает в силу. Следует затронуть два основных вопроса, как мне кажется, об этом толковании и об использовании этого текста. Первый вопрос. Даже если бы здесь речь шла о выкидыше, может ли это указывать на дозволенность делать аборт? И второй вопрос. Идет ли здесь речь о выкидыше? Мы говорили, что даже если мы предположим, просто ради спора, что в этом тексте говорится о выкидыше, то он не оправдывает аборт. И есть несколько причин к этому. Во-первых, в основном мы с вами говорили о намеренном прерывании беременности. То, что произошло в этом случае, непреднамеренно. И кроме того, если развивающийся в утробе ребенок не имел никакой ценности и значения, зачем вообще придумывать наказание или даже штраф за это? И хотя мы не видим доказательства равноценности положения с матерью, но мы видим, что нельзя оспаривать, основываясь на этом тексте, что ребенок – это не личность. Я здесь хочу сказать, что в этом же месте Священного Писания, непосредственно в контексте, перед этими стихами написано, что произойдет, если кто-то причинит вред рабу. И наказание, которое последует за этим, совсем несущественно по сравнению с наказанием за то, когда кто-то причинит вред свободному человеку. Мы можем сказать, что наказание будет меньше за вред, причиненный рабу, чем за вред, причиненный свободному человеку, потому что он хозяин. Но в этом тексте не говорится об этом. Не думайте, что наказание за один или другой поступок указывает на то, что человек, вовлеченный в преступление личность, равнозначная личности других людей. Это будет означать, что основание для меньшего наказания, в
том случае, когда вред, например, причинен рабу, в том, что раб не такая же личность, как свободный человек. Но это не так. В этом тексте это совсем не подразумевается. Поэтому, когда мы видим, что меньше расплата, то есть меньше наказания за выкидыш ребенка, в случае, если больше никто не пострадал, тогда мы не должны приходить к выводу, что ребенок не такая же личность, как его мать. И, наконец, после всего сказанного, можно добавить, что в этом фрагменте не говорится о выкидыше вообще. И сейчас подходящее время посмотреть древний еврейский текст. Дело в том, что слово, употребляемое по отношению к ребенку в этом случае, это слово «елла», обычное еврейское слово, обозначающее ребенка с видимыми формами. Оно не употребляется, когда речь идет о чем-то бесформенном. В древнееврейском есть слова, которые обозначают несформировавшегося ребенка, бесформенное существо. Их вы найдете в книге. Кроме того, употреблен глагол, который переведен как «выкинет». Но в древнееврейском это слово «яца», которое буквально означает «выходить». Поэтому, если бы мы хотели сказать, что в конце сегодняшнего занятия мы все «яца» из этой аудитории, это не будет значить, что все родят в этой комнате, или что у всех будет выкидыш к концу занятия. Это будет означать, что мы все выйдем, мы покинем аудиторию. Но обычно это слово употребляется также и для обозначения естественного рождения ребенка. Итак, что же все это значит? А это значит, что речь здесь, скорее всего, идет не о выкидыше, а о ситуации, в которой двое мужчин дерутся друг с другом, они случайно толкают беременную женщину, у нее начинаются схватки, и она рождает ребенка. Это происходит преждевременно, но ребенок жив, и все это произошло случайно. И в соответствии с законом, даже в таком случае, то, что сделали эти мужчины, считается серьезным проступком. И за это придется им заплатить штраф. Несмотря на то, что ребенок родился, что он жив, и что его мать не пострадала, если не считать то, что ее толкнули, все равно предусмотрено наказание. Но потом, знаете, что еще происходит? Если все же есть повреждения, и обычно те, кто считает, что речь идет о выкидыше, толкуют этот текст так, если все же есть еще повреждения у нее, то есть у матери, тогда действует закон равноправного возмездия. Однако, в древнееврейском оригинале и в хорошем английском переводе вы не найдете слово «вред». В древнееврейском это слово «ло», но оно не употреблено здесь. Что же это значит? Это значит, что если какой-то вред нанесен матери или ребенку, только тогда вступает в силу закон возмездия с высшей мерой лишения жизни этих мужчин, если мать или ребенок умрут. Вместо того, чтобы думать, что в этом месте Священного Писания преумаляется личность беременной женщины или нерожденного ребенка, мы можем с уверенностью сказать, что здесь есть веские доказательства необходимости защищать беременных женщин и нерожденных детей. И знаете почему? Это единственное место в законе Моисеевом или в любом другом кодексе законов, записанных в Писании, где есть требование лишить жизни того, чьи действия привели к смерти другого непреднамеренно. В законе Моисеевом есть установление о городах-убежищах, куда можно было убежать, если кто-то случайно убил кого-то, но не в данной ситуации. Кто-то случайно убил мать или ребенка, то в этой ситуации не предусмотрен город-убежище, где он мог бы скрыться. Его казнят. Это самое жесткое постановление в законе Моисеевом или где-либо в Писании. Это вовсе не принижает достоинство беременной женщины или нерожденных детей. Наоборот, их достоинство здесь поставлено на ступень намного выше, чем мы привыкли думать.
Но остался еще один вопрос. Зачем мы обращаемся к этому тексту и как можно его применить, если вы придерживаетесь теории прерывности в отношениях между Ветхим и Новым Заветами? Вы же не думаете жить по закону Моисееву, а это относится к закону Моисееву. Что ж, предположим, что вы со мной в одной лодке, и так же, как и я, вы придерживаетесь умеренной теории прерывности. Как бы вы ответили на этот вопрос? Может, нужно сказать: «Да, вы правы, не нужно было вспоминать об этом тексте, да?» Здесь легко увидеть сердце Бога. Верно. Божье сердце, Божье отношение. Если я считаю, что закон Моисеев не властен надо мною сейчас, тогда я и не советую, что случись подобное когда-нибудь в вашей жизни, что мы должны применить наказания, записанные в Исходе, в рассмотренной ситуации. Нет. Мы хотим сказать, что в этом тексте, как уже говорилось ранее, мы можем увидеть сердце Бога. И после этого, когда мы, живущие по Новому Завету, дочитаем эту 21 главу из книги «Исход» в Ветхом Завете и доберемся до Нового Завета, так вот, когда мы прочитаем закон Христов в Новом Завете, то последний разумный вопрос у нас будет такой: есть ли в Новом Завете хоть какой-то намек на то, что Божье отношение, высказанное в этом тексте Ветхого Завета, изменилось? И что же мы увидим? Наоборот. По крайней мере, я так считаю, вместо намека на изменение Божьего отношения, я обнаруживаю в Новом Завете то, что подчеркивает и подкрепляет идею о том, что Бог заботится о нас, особенно о нерожденных детях и беременных женщинах. Один из текстов, который подчеркивает это когда Иисус говорит о тех, кто приведет к духовному падению детей. Там говорится, что лучше такому человеку повесить мельничный жернов на шею, бросить в озеро, чтобы он утонул. Что же, по-вашему, думает Господь о тех, кто не просто духовно соблазнит детей, но лишит ребенка жизни? Я не думаю, что Бог ставит на ступень пониже или придает меньшее значение нерожденным детям в Новом Завете по сравнению с Ветхим Заветом. Вы можете сказать, что этот закон больше не действует, а значит, никого Бог не будет наказывать каким-то таким образом. Это действительно так. Он также больше не требует повиноваться этому правилу и применять наказания. Но тот факт, что он этого не делает, не означает, что это стало приемлемым. Если вы в наше время захотите подраться с другом, обязательно сделайте это в присутствии беременной женщины, и если вдруг что-то произойдет, то вы не будете виноваты. Нет. Бог не говорит этого совсем. Мы не можем найти в Новом Завете ничего, чтобы предполагало, что Бог больше не возлагает на нас ответственности за такое действие. Он не говорит: «Я изменил свое отношение. Я больше не думаю, что нужно защищать беременных женщин и нерожденных детей. Это уже не важно». Ничего подобного Он не говорит. Есть еще дополнения или вопросы о случае, описанном в книге «Исход» 21 главе? Хорошо. Если вопросов больше нет...